Всем привет и добро пожаловать в новый влог. Это третий и последний влог с событиями, которые произошли до поездки на озеро Мичиган. Почему я так уточняю? Потому что я хочу более-менее, чтобы в моих влогах была соблюдена, знаете, таймлайн, то есть последовательность событий. Чуть-чуть камеру передвинула, чтобы было более-менее соблюдены горизонты, как мне кажется. Конечно, я подготовила конспектик, чтобы ничего не забыть. В этом влоге будет много всяких разных моментов. Например, как я пошла первый раз в Walmart закупиться продуктами. Также, как я ездила к айс-офицеру. Расскажу уже потом, более подробно перед самим этим видео. Также с подругой ходили в водный парк, так он, кажется, называется. В джим вместе, потом отмечали День независимости в США, это 4 июля. И с мощным фейерверком, потому что на День независимости в Америке постоянно салюты вечером запускают. Ну и разные всякие другие моменты, которые вы увидите все сами. Иногда перед разными моментиками я буду какие-то тоже комментарии вставлять своей говорящей головой, как одна девочка-блогер выражается. То есть делать какие-то пояснения, там комментарии. Влог будет насыщенным и интересным. А так что желаю всем приятного просмотра. Не забывайте ставить лайки, комментарии и подписываться на мой канал. Сначала вам покажу, что купила на $45 в Walmart. Это все на $55. А что мне вот такое нравится, реально. Это фотки или видео? Это видео было. Это видео. Это видео. Там концерт. Пойдем сядем на ступеньку. Люди приносят свои креслицы такие. Чилят. Посмотрите на это просто невероятной красоты место. Это было на самом деле накануне Дня независимости, но тоже та же самая локация, поэтому решила оставить это здесь. Да, блин, его ни с чем не спутать. Красиво. Вот это людей, конечно. Несмотря на то, что здесь людей много, но чилить можно. Вот мы нашли местечко, в принципе, нормально. Отдыхать, люди не мешают. Там все купаются. Пару раз покупались, а там не так глубоко, и людей, конечно, много. А не для купания места, больше для детей. Но так позагорать можно.
Там? Машинка там. Да. А, вон, да, нет? Да. Типа на одну портить, типа нормально. Как же не заснять, как я лежу на бэк-ярде и загораю. Ловлю солнышко, сейчас 9 утра. После того, как я вышла из детеншн, мне, точнее, уже сразу мне дали листочек с появлением, то есть я должна появиться в определенную дату, определенное время в ICE-офисе. То есть это, ну, для мигрантов, короче, офис. Мне назначили на 4 июня, а вышла я, получается, 2 мая, то есть где-то через месяц. Все хорошо, я туда приехала вовремя, нас там всех проверили, те, кто тоже на то же самое время были назначены. В основном это были испаноговорящие люди. Этот офицер сказал, что нам нужно вот там на этот e-mail отправьте свои контактные данные, там номер телефона, адрес, e-mail адрес. И, кажется, все. Вот такая была поездка, очень все быстро, и все. После этого, так как я уже была в центре, там более-менее, так скажем, ближе к центру Индианаполиса, я решила еще и до аэропорта добраться. Там CBP-1 офис, точнее, CBP-офис. Зачем мне туда нужно было? Я хотела попросить у них I-94 эту форму, потому что мне дали только пароль, да, как бы, когда я выходила. А I-94 форма — это типа вроде как лучше, престижнее, так сказать, чем просто пароль. Но мне ее не выдали, сказали, что вот у вас там из детеншена вышли, вам дали пароль, это ваша есть замена этой формы. И все. Мало я там снимала, немножко покажу, что я сняла, дорогу, потому что я доехала до автобуса, до определенного места, и потом вышла и шла там по шоссе, и не сосала сушку. Короче, сама себя разбешила. Прошла по шоссе, да, и вот так вот там к аэропорту, к этому, короче, офису. Ну, видите сами. Никого. На личном такси еду. Такие места я прохожу, ищу себе CBP-1 офис. Это аэропорт, территория. Я иду вдоль шоссе. Это я от автобуса пришла, он оттуда. Там еще шоссе перебегало, потому что не было пешехода, перехода. И, короче, тут добираться... Не хухры-мухры. Ну, конечно, на такси. Да, и после этого, после этих дел я доехала до центра, то есть до даунтауна Индианаполиса, и погуляла там вдоль канала. Тоже вставлю красивые места. Да, давно я в таких местах не была. Ты цивилизованных и безопасных. И красивых. Это чистейшая вода, прозрачная. Там водоросли внизу. Мне плохо. 100 лет на велосипеде не ездила. Да еще по такой красоте. Ей! Смотри, какая красота. Ой.
Затем у меня телефон уже сажался, не хватило зарядки, нашла самый ближний Макдональдс, пошла туда, свернула, уже прошла этот канал, и, короче, оказывается, я свернула уже в такой райончик не очень-то и безопасный, потому что таксистка, женщина, она мне сказала, что вообще-то тут без гана типа не ходят, без гана, то есть без оружия. А я смотрю, уже людей нет, какие-то там стройки, и какие-то там такие мутные люди, я смотрю, уже попадались мне, мало, но попадались, и в самом Макдональдсе были только, короче, афроамериканцы, и, кстати, пахло травой, вот, так что я такая признательная, такая счастливая после этого канала, на велосипеде прокатись, и потом такая иду-иду и задумалась, что что-то здесь уже не так, вроде как и безопасно. Короче, я поеду первый раз на Тесле, Тесле модель Y, Y, там машина тикает. Посидела в Макдональдсе, дядечка мне дал свой USB-кабель позарядить немножко телефон, потому что у меня не работает. Тоже там, к сожалению, не подробно снимала свою дорогу, просто у меня как-то не было тогда настроения, что ли, влоги делать очень прямо такие подробные. Кстати, если езжу на такси, то меня тянет на разговоры с таксистами, ну, конечно, не со всеми, с некоторыми там просто поболтать на по-английски, что-то поузнавать, поспрашивать. А один был из Венесуэлы чувак, но он английский вообще почти не говорил, а я, естественно, по-испански, так что не склеился разговор. С радостью поделюсь с вами своим походом в джим. Это было благодаря моей подруге Ане, потому что у нее там можно бесплатно друга с собой привезти, она меня иногда берет. Последний раз в настоящем джиме, если не считать просто мексиканский в Мехико, который был если вы видели, может, ссылочка, если вставится, то пока там просто на улице, в парке, такой типа самодельный джим. Так вот, то есть, если не считая его, то последний раз я была в конце июня 23-го года. А вот первый раз с Аней я пошла, получается, в конце июня. То есть, можно сказать, год прошел. Так что я Боже, такая, моему счастью и удовольствию не было предела. И моей благодарности, конечно, за это, потому что я очень соскучилась, конечно, и очень благодарна, что могу ходить в джим и снова заниматься. Да, в джим я уже хожу и могу ходить, но с условием таким, что упражнения все на низ тела, то есть ягодицы, ноги, я делаю с очень маленькими весами, щадящими для коленей. И также я вообще надеваю суппорт, просто этот день был у меня уже тренировка наверх тела, но для видео я по одному подходу записала и на низ тела, и без суппорта. И веса у меня здесь все на начальные, как видно, и на руки тоже, потому что я снимала только первый подход. Все вам рассказала, оправдалась, шучу. Сейчас будет маленький кусочек, посвященный Барби. Пошла я один раз в Goodwill, это секонд-хенд, и посмотрела, там есть такое местечко, где Барби продаются. И смотрю, и узнала, я просто из тысячи Барби нашла Барби, которая у меня была первая, качественная, то есть фирменная Барби в детстве. И потом уделила немало времени, нашла на сайте эту модель, потому что это же официально фирменная Барби, она 2000 года. А как я ее узнала, у нее, короче, здесь такое колечко и сережки такие розовые. А еще трусики такие, как бы, уже сделанные, то есть не надевать снимаются, а сделанные такие Барби официальные. Да, я была, как уже вы поняли, вы можете понять, что Baby Lara Girl, знаете, такая, которая обожает Барби. Денег особо у нас как бы не было на всякие покупать дорогие фирменные Барби. Я просто бывала, любила заходить в магазин и смотреть, рассматривать Барби красивые, которые фирменные были. И вторая у меня была Барби, я ее тоже нашла на сайте, она 2004 года модель. У нее такой запах кокоса, ванили был, ну, как бы вся она такая была, она типа Cali Girl, то есть, да, California Girl. Ну, короче, я тоже нашла и даже на Place Market Facebook нашла, но она уже не пахнет. Но я думаю, может быть, куплю, нет, посмотрим. Но это для меня такая какая-то ностальгия, вспоминаю свое детство и что у меня были эти две классные фирменные Барби, которые я очень любила.
Вот, так что у меня одна теперь есть, можно сказать, из детства. Блин, я нашла, если я не ошибаюсь, за $2 Барби, которая у меня была, она тоже была с сережкой. И вот с такими сережками. У нее еще такое платье, по-моему, в клеточку было. И такие трусики. Блин, обалдеть. Вот каково это из этой всей кучи найти свою? Я ее, конечно, приодела. Не буду же ее голой покупать. Тут у меня еще велосипеда не было, поэтому я собралась пешком идти в русский магазин, который называется «Мини-Март». Туда идти нужно было, кажется, где-то около 6 километров. Вот по таким прикольным трейлам, да, это как маршруты называются, они среди леса, ну, в основном среди леса идут. Невероятные, конечно, красоты, воздух, атмосфера, звуки природы, просто суперские, если честно. Ну и тут кладбище еще попалось, да, по дороге. А тут дальше идешь через такой прикольненький, как бы сказать, я не знаю, райончик, где много всяких фирм и так далее. Wait. В русском магазине я обычно покупаю там гречку, лаваш, копченый сыр, ну и разные другие еще крупы бывают. Вот, видите, по какой красоте, по какому чудесному просто маршруту, улицам я шла просто, чтобы попасть в этот русский магазин. Я, честно, не могла налюбоваться этой красотой. Не знаю, насколько тут все это можно передать в видео, ту атмосферу, звуки, но я наслаждалась. И обратно я шла тоже почти 6 километров уже с покупками. Здесь такие штуки приятно покупать. А тут я уже с велосипедом и по этим трейлам. Видите их сколько? И они бесконечно длинные. Они идут вообще до даунтауна Индианаполис. Так вот, бесконечно длинные, красивые места. Можно кататься и наблюдать, наслаждаться. Опять же, звуки природы, атмосфера невероятная. Сами смотрите. Сейчас вам покажу небольшие моментики, как я поехала к Кане в гости, помочь ей там курятник разобрать. И на ночковку у нее осталось, там с котиком немножко, но с кошечкой, то есть не котиком, видео, так что смотрите. Кися хочет пить именно вот так водичку, да, Кися? Да, Кися, из-за Беллы. Смешная. А вот там у нее водичка есть вообще. Как, хочешь еще? Смешная. А сюда заехали, чтобы Ане купить для работы форму. Следующее будет, сразу говорю, предупреждаю, не для вегетарианцев, не для веганов. Ничего особенного страшного, но просто я думаю, что им не будет приятно смотреть это, как я курочку кожу снимаю. Короче, так что, если что, перемотайте. Хотя это, по-моему, уже последний кусочек. Значит, внимание! Вот уже сняла, короче, кожу размораживаю. Фак! Не вынесла видео такой жестокости. Так вот, продолжаю. Размораживайте. И нужно... Просто кожа очень хорошо отходит. Она еще все не разморозилась, но кожа мощно. Вот так. Вот так. Снимается, короче, видите? Прямо идеально.
Я с кожей не варю. Я снимаю. И все. Сварю, достану, сниму все мяско. И положу, порежу и положу в супец. Ну и что, всем спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте про лайки, комментарии и подписываться на мой канал. До новых встреч. Пока! Ветер прямо бушует. Ночью был дикий ливень. Сейчас ветер.